По условиям соглашения Россия получала территорию к востоку от Западной Двины, Друти и Днепра с населением примерно в 1 200 000 человек и городами Полоцк, Витебск, Могилев и Гомель. Австрии отошла юго-западная часть Речи Посполитой с Галичиной и такой важный экономический и торговый центр, как Львов. Пруссии достались Поморское, Хельмское и Мальборское воеводства. Некоторые земли в Северной Польше, позволившие контролировать торговлю на Балтийском море.